Здорово, парни, вы находитесь на канале Мото Отель Ретроцикл, и с вами Юрок. Сегодня мы закончили восстанавливать мотоцикл М72 с коляской, и вот такой вот он у нас прекрасный в черном цвете. Этот мотоцикл у нас такой, немножечко с дополнениями, как мы говорим. Первое, что на нем бросается в глаза, это в первую очередь двойная цировка, то есть у него цировка по типу BMW, то есть большая и маленькая. Так, конечно же, на заводе не делали, но посовещавшись с заказчиком, решили, что вот он хочет так. И действительно, это выглядит, ну, я бы сказал, намного более симпатично, чем одна тоненькая вот такая цировочка. Что еще на этом мотоцикле забавного? На нем стоит не очень заметная глазу, но очень полезная вещь, такая как поворотники. На первый взгляд, если смотреть сдалека на мотоцикл, поворотников этих не видно. Но вот если их включить, то они тут же будут видны. Значит, эти поворотники, они достались нам прямо от заказчика. Моргают они вот так. То есть маленькие вот такие поворотники, а моргают очень-очень ярко. Поворотники немецкие. Стоят они по пятачку за штучку. Недешево, но светит очень-очень ярко. На самом деле прикольная штука. Спереди мы их поставили вот сюда, в фару, а сзади они у нас там откнулись прямо сзади под сиденьем. Их особо не видно, и это очень даже прикольно. Внешнему виду мотоцикла они нисколько не мешают. Также мы, значит, на этот мотоцикл поставили абсолютно новый генератор, господи, прям замотанный в тряпочку, вот который мы, не в тряпочку, а бумажечку, который нам достался запчастями на мотоцикл. Там было много интересных запчастей, кто видел наши новости, там вот мы выкладывали, когда куча запчастей приехала, и вот этот генератор, он прям тут. Вот новый генератор, это прям песня, он сразу же выдает эту долбанную зарядку, у него и на холостых зарядка есть, и на оборотах, и ничего с ним не происходит. Господи, как хорошо, когда новые запчасти есть. В остальном же этот мотоцикл в родном состоянии, то есть никаких там приблуд, примочек мы больше не употребляли здесь, за исключением, конечно же, наших вот этих карбюраторов с нашей дружественной китайской, значит, страны, которые купили мы, в общем-то, там же и в Китае купили. Их, как я и говорил, нужно покупать пачку сразу, потому что пара вряд ли будет работать, нужно выбирать из них хорошие, доводить их до ума, и только тогда они будут работать. Но если это сделать, то работают они очень-очень хорошо. И на самом деле нисколько они не уступают там каким-то японским кейхинам там. И, наверное, даже работают, я бы сказал, так же, как родные К-37, которые, к сожалению, найти в достойном состоянии довольно тяжело. Все на этом мотоцикле мы по нашей схеме перебрали. То есть он был полностью разобран, полностью собран, за исключением того, что разбирали его не мы. Потому что приехал к нам он в составе кучи запчастей, кто-то его уже пытался делать, но заказчику, видимо, не понравилось, как это все там происходило. И где-то на полпути, видимо, работа прекратилась, и отправилось это дело к нам, где мы, в общем-то, этот мотоциклик привели в достойное, я считаю, в очень хорошее состояние. Конечно же, не могу не отметить то, что крыло у этого мотика низкое, так называемое 42-е крыло, которое, ну, на данный момент тяжело найти. Это редкое крыло довольно, потому что, как правило, у М-ки крыло стоит вверху, то есть оно крепится за вот эти кожухи и ходит оно, соответственно, вместе с рамой. А это крыло у нас ездит вместе с колесом. Потом от этого крыла, конечно же, отказались, потому что оно забивается грязью, если ездить по бездорожью, и крыло это начинает вырывать из своих креплений. Поэтому все ездят обычно на М-ке с высоким крыльем. Все сделали здесь по фэншую, то есть перешили колясочку, сделали тут все эти самые наши дела. То есть полностью сделали новое сиденье, обшили мягенькой вот такой вот тканью здесь все. Там у нас резиночка постелена. Все тут у нас цивильно хорошо. Значит, здесь у нас багажный отсек. Так. В багажном отсеке у нас тут тоже все красиво. Значит, закрывается, конечно, на Уралах оно довольно жестко. Поставили на этот мотоцикл также новое современное реле, которое обеспечивает в совокупности с этим новым генератором охрененную хорошую зарядку. Значит, сейчас мы его заведем, послушаем, как он работает. Я думаю, вам понравится.
В нашей мастерской мы восстанавливаем мотоциклы уже более 11 лет и делаем их исключительно по пожеланиям заказчика. То есть для нас желание заказчика – это закон. Поэтому, если хотите заказать для себя подобный мотоцикл, либо с какими-то изменениями, вот как здесь с поворотниками, либо какого-то цвета другого, или какие-то, может быть, танцировочки, или все что угодно, какие-то стекла и так далее. Вот все эти вещи мы с радостью поставим на мотоцикл. Пишите по тем контактам, которые будут под роликом. Подписывайтесь на наш канал. Всем хороших ровных дорог. Пока.